Приморскому краю дополнительно направят 414 миллионов рублей на закупку техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения работ по их устранению. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяка по итогам заседания Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В ходе заседания одним из вопросов стало также привлечение инвесторов на остров Русский для строительства деловых центров. Все предложения были поддержаны. Сегодня в Москве на заседании Президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева было принято решение о выделении Приморскому краю дополнительно 414 миллионов рублей на закупку специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданию структуры, которая будет заниматься на постоянной основе этими видами работ. Кроме того, рассмотрели вопросы о привлечении двух инвесторов на остров Русский. Вот, эти проекты были поддержаны, поэтому в ближайшее время начнем проводить необходимую закупку, вот, с тем, чтобы она уже в этом году приступила к работам по очистке русел, по укреплению, по тем задачам, которые стоят перед нами в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их предупреждению.